На новом детском садике в поселке Плодородном 2 уже монтируют кровлю. Одновременно с этим строители устанавливают вентиляцию, прокладывают проводку и подводят к будущему дошкольному учреждению наружные сети теплоснабжения. О ходе работ на этом и других объектах социального строительства главе Краснодара Евгению Первышову на совещании доложил заместитель Владислав Ставицкий. Сейчас в нашем городе строят еще 2 детских сада, 3 новые школы и дополнительные корпуса еще к 2 существующим общеобразовательным заведениям. К примеру, школа по улице Героя Аверкиева, которую планируют сдать в следующем году, будет одной из самых крупных. Она вместит 1550 учеников. Генеральный подрядчик ОБД, на объекте 106 человек. В настоящее время выполняются работы по армированию заливки балок второго этажа. Также армирование колонн третьего этажа на 2 блоках, ведется монтаж предперекрытия второго этажа на 1 блоке. Армирование балок третьего этажа на блоке Е. Напомним, что в текущем году в Краснодаре появится 3550 новых школьных мест. Это пополнение для города рекордное. Часть школ и детских садов строится по федеральной программе «Жилище». Еще часть одновременно с жильем в молодых микрорайонах возводят застройщики с условием последующей безвозмездной передачи учреждений образования в муниципалитет. Евгений Первышов напомнил ответственным за социальное строительство в Краснодаре, что все намеченные планы требуется выполнить в установленные сроки.